Привет, меня зовут Анна Гида, но вы меня не увидите, вы видите только мои руки и материал, который я буду сегодня вам показывать. Меня зовут Анна Гида, и я одна из преподавателей Калачева School. Мы рисуем сейчас карандашами на курсах, и сегодня речь пойдет о карандашах, о планкнотах и о том, как же делать выбор. Как видите, у нас всегда есть большая проблема с тем, что материалов очень большое количество, и как подобрать правильный цвет, на что ориентироваться, почему нужен порядок в материалах. Вот об этом, обо всем я хочу сегодня с вами поговорить. Буду я использовать материалы такие, то есть у меня сегодня с вами карандаши Procolor от фирмы Dervent. У меня выкраска, собственно, этих карандашей. И блокнот, который создали мы специально с Max Goods. Он называется Sketch. Это специальный блокнот для рисования карандашами. В чем его особенность? Особенность его заключается в том, что он размером 21 на 13. И это такой размер, который вы точно можете использовать, ну, он удобный для заполнения. То есть карандаш достаточно такая медленная техника, и широко не размахнешься, поэтому достаточно небольшой формат нужен, чтобы рисовать. Сейчас я открою какую-нибудь картинку, например. Вот. То есть тут небольшой формат. Этот формат очень реально заполнить за какое-то ограниченное время. Это большое преимущество. Потом тут очень важно, какая бумага. Она тут белоснежная, и она одновременно и гладкая, и шершавая. Когда пытаются подобрать какой-то аналог, в принципе, сделать это никому не удалось. И многие, кто проходит мой курс, они все-таки отмечают, что вот тут очень хорошо найден именно в самом блокноте размер страницы, толщина, да, то есть сколько листов всего в блокноте. Это очень важный момент. Почему? Потому что он не превращается в такой долгострой, ты его за какой-то обозримый срок можешь заполнить. И еще очень важно, то есть вот этот сам размер, что страницу очень удобно заполнять тоже в обозримый срок, потому что у всех у нас время весьма ограниченное. Вот. Мы специально придумали для моих курсов этот блокнот, чтобы ученикам было удобно вести задания. Я сейчас вам показываю блокнот с курса «От штриха к шедевру». Этот курс посвящен работам, изучению работ великих мастеров. И вот я вам сейчас показываю страницы, которые нарисовала я, пока объясняла и снимала курс. Вот, по этапам тут ведется работа. И мы изучаем совершенно разные вещи. И я вам немножечко сегодня на примере работ из блокнота расскажу некоторые идеи, которые, мне кажется, важны для всех, не только для учеников моих курсов. Ну так с какой проблемой мы сталкиваемся? Когда мы приходим, например, в магазин, мы сразу видим очень много цветов. Ну, то есть, вот представьте, вы подходите к полке, у вас тут сразу такая тррр, да, там, смотрите, сколько желтых, красных, там, не знаю, фиолетовых, синих, и хочется купить все. Но у нас или там, не знаю, ну, как говорится, если вы совершенно спокойно, свободно можете себе позволить, например, такой набор в 72 цвета, то, наверное, вопросов нет, можно купить, а потом уже дальше на деле разобраться, какие цвета использовать. Но очень часто люди так себе не могут позволить, то есть они начинают как-то подбирать, выбирать, и пытаться понять, что же им близко понятно и чем они будут пользоваться. Вот. И тут вопрос всегда заключается в том, какие цвета покупать, какой цвет брать, какой цвет вы будете использовать. И вот чтобы познакомиться с подбором цвета и вообще с цветом и с тем, на что обращать внимание, я как раз своим ученикам рекомендую
делать не самостоятельные работы по референсам, а поучиться у великих мастеров. Почему? Потому что цветовые палитры, которые предлагают нам великие художники, они проверены временем, они очень узнаваемые. И они являются 100% эталоном, к которому вы можете стремиться. Да, то есть, например, вот все узнают сразу Ван Гога, потому что у него колорит, такой конкретный желто-синий колорит. Да, и вот этот колорит, он, в принципе, очень хорош потом для преиспользования, там, не знаю, какую-нибудь ночь рисовать. То есть, если вы изучили на Ван Гоге колорит, подобрали к нему карандаши, вы потом можете на таком колорите совершенно спокойно рисовать уже какие-то свои решения. И вот, когда вы смотрите на эту работу, наверное, вам кажется, что тут вам понадобится, там, не знаю, желтый, вам понадобится синий, ну, какой-нибудь там оранжевый, да, вот, зеленый. Ну, это то первое, что кажется, когда смотришь на эту работу. Ну, и дальше мы, вот, например, смотрим, а какие вообще цвета предлагают Дервент. То есть, вот, например, все желтые, которые есть в наборе. И какой из этих желтых сюда подойдет, неизвестно. И тут обычно встает вообще вопрос, а как выбрать тот самый цвет, ну, с которым работать. И обратите внимание, например, у меня выкраски сделаны не маленькие. То есть обычно все делают такие, знаете, маленькие выкраски. Но вот у меня здесь есть неправильный вариант, так как делать не надо. Это вот такой. Вот. То есть обычно все делают вот такие вот маленькие выкраски. Почему он неправильный? Дело в том, что, во-первых, вот такая площадь цвета, она слишком маленькая, цвет не раскрывается на этой поверхности, и мы не можем понять, вот вы видите разницу между этим синим и этим синим? Вот между этим синим и этим синим еще видно, вот этим и этим синим видно разницу. А вот это два разных синих. Но вот, например, я не уверена, что очень сильно видно разницу между этими двумя синими. И поэтому неправильно, во-первых, рисовать цвета на расстоянии друг от друга, то есть через пробел. А очень часто делают выкраски, я сейчас открою чистую страницу какую-нибудь, то есть очень часто делают выкраски вообще вот так. Ну, то есть попробовал карандаш, как какой-то там, 31-й, или, ну и делают еще через расстояние, да, то есть. И это даже не такая вот маленькая плотненькая выкраска, как я показываю, а совсем вот такая. И тут нужно понимать, что на цвет влияет вот это вот расстояние белое. Вот. Это очень важный момент, который очень многие не учитывают. Ну и более того, как я уже сказала, вот здесь очень сложно сравнить, какие из этих трех цветов какие. Потому что здесь есть еще белое расстояние. Так вот, цвета надо рисовать плотно друг к другу, тогда вы можете понять вообще, насколько они отличаются. Потому что, например, если мы будем брать, да, картины великих, то у них, как говорится, все цвета лежат очень близко друг к другу. А значит, они друг на друга влияют. Значит, мы видим только цвета, когда они находятся, как говорится, в отношениях. То есть, что значит в отношениях? Это один цвет к другому цвету, вот. И то, какой формы этот цвет, какого размера, это все влияет. Но пока мы сейчас так глубоко и далеко забегать не будем, мы пока остановимся на том, что делать выкраски вот такие маленькие, а уж тем более, когда вы делаете вот так вот, ни в коем случае нельзя, тогда вы вообще не понимаете, какое качество у этого цвета. И поэтому я вам показываю выкраску, где квадратик равен 3 на 3 сантиметра. 3 на 3 сантиметра – это такой размер квадрата, когда вы можете увидеть, собственно, разницу между цветами. И вот, например, если посмотреть, сейчас, вот, например, есть несколько синих – 32, 33 и 34. И разница между 34-м и 33-м есть, но она очень незначительная. И вот если у вас будет вот такая вот выкраска маленькая, вы практически эту разницу не увидите. А когда у вас вот такая вот большая выкраска, то разницу эту видно намного
лучше. И первая вещь, с которой нужно сделать, чтобы хорошо познакомиться с материалом. Многие из вас, я прочитала, написали, ой, у нас есть выкраски. Но вопрос, какие это выкраски? Если вот такие, а еще, знаете, любят делать вот выкраски вот так пополам делить и одну штучку делать плотно, а вторую разряженно, типа с градиентом. Но на таких выкрасках вообще ничего никогда не увидите. То есть, если вы хотите на самом деле познакомиться со своими материалами, берите вот размер такой, что все ваши материалы вот уместятся на этом размере 3 на 3 сантиметра. И выкрашивайте плотно, максимально, без пробелов. Еще, если вы обратите внимание, то у меня каждый цвет подписан, и он подписан графитным карандашом. Вот. Почему так? Потому что, если вот посмотрите на... Сейчас я попробую поймать цвет. Когда темный квадратик, то не видно цифрок, а если наклонить, то видите, начинает блестеть, вот видно, что это 29-й вот здесь вот в углу. Вот. То есть, с одной стороны, у вас нету, ну, очень часто, чтобы было видно, оставляют белый пробел или белую какую-то плашку оставляют, и туда пишут цвет, ну, чтобы было видно его. Но в этом тоже нет смысла, ну, потому что нужна полно закрашенная плашка. И вот когда вы пишете графитным карандашом сверху, то тогда очень хорошо видно цифры, в принципе. Ну, вот видите, вот здесь вот видно, что это 47-й цвет, хоть он темно-зеленый. Потому что отражается, да, свет от графита, и тогда циферку видно. И она не мешает, в принципе, восприятию цвета. Она не мешает вот этому полному восприятию цвета, о котором я говорю. И очень хорошо, в принципе, видно, когда вот если выкрашивать все подряд, то есть я как выкрашиваю обычно, вот набор этот выкрашен, он идет так. От первого до девятого, а потом, видите, вот здесь десятый, вот здесь у меня в эту сторону. То есть я не так от первого до девятого, потом десятый, одиннадцатый. Нет, у меня вот так вот идет. И в соответствии с этим, когда у тебя разложены вот карандаши, тебе намного проще ориентироваться, в принципе, в материале, где какой карандаш искать. И как он выглядит сразу в выкраске. Как он выглядит по отношению к соседям. Особенно, когда, вот как я уже показала, здесь такие вот близкие по нюансам и практически вот одинаковые цвета. И, ну, вот такой вот маленький кончик не очень-то может помочь вам понять, ну, как говорится, тот оттенок или не тот. Вот, поэтому... Если говорить про порядок материалах и понимание своих материалов, я говорю, о том, что нужно обязательно делать такие выкраски. Говорят, на рисунке вашем все равно не видно разницу между синими. Но я в данном случае показываю просто неправильный пример выкрасок синих. Вот этот момент в данном случае важен. А остальное объясню позже. Пока я хочу вам довести вам такой-то донести смысл, что маленькую выкраску делать не стоит. Это зря потраченное время. Не стоит делать выкраску с белыми полями, потому что тогда вот это белое поле мешает восприятию. Вообще белый цвет, он разрушает любое изображение. И это одна из причин, почему белый лист всегда стремятся закрыть. И одна из причин, например, когда я раньше рисовала, то использовала блокноты Мацгуц слоновой кости. Я очень любила оставлять пустые пространства, и чтобы пустое пространство работало, то лучше, когда оно слоновой кости, тогда лист бумаги мягче сидит в композиции. Вот. А когда вот бумага белая, то тогда она требует больше разработки и больше выстраивания разных отношений. То есть больше деталей, больше нюансов. И такую работу проще сканировать и печатать, потому что
когда работа на слоновой кости, то тогда возникают проблемы дальше с как бы принесением на формат. Ну и вот, вернемся пока к цветам. Вот вы выкрасили все ваши цвета, и дальше нужно вообще понять, какой цвет есть в работе, как бы, какой цвет есть в работе, какой нет. Я еще раз повторю, что предлагаю для того, чтобы изучать цвета, использовать работы художников. Почему? Потому что, повторю еще раз мысль, что у художники нам предлагают уже такие проверенные время цветовые отношения, и эти цветовые палитры можно забирать себе и, ориентируясь на них, собственно, рисовать свои работы. Сейчас немножко отклонюсь от рассказа. Наверное, пропустил, на какой бумаге лучше делать выкраску, плотность фактуры. Так на бумаге лучше делать выкраску той, на которой вы работаете. В данном случае, если у нас идет речь о Max Goods, то эта бумага... Сейчас я открою выходные данные. То есть плотность здесь 240 грамм. Вот. И белая бумага. Но у них, она не могу сказать сразу, она у них какая-то особенная. Вот уж точно, что за марка бумаги, я не знаю, это надо спрашивать ребят. И точно знаю, что не вся плотная бумага подойдет, потому что некоторые бумаги, они, например, гладкие, типа бристолей для деревенцев, они слишком гладкие, по ним карандаш проскальзывает. У меня вот, например, выкраска сделана на ватмане, но на ватмане легко выкрашивать один слой. А если вы будете рисовать много слоев, изображение, ну, то есть несколько слоев карандашами будете делать, то тогда слои перестают накладываться друг на друга. В этом отношении намного лучше справляется вот эта бумага. И вот здесь вот, если видите, много слоев, то есть несколько слоев сделано цветов. Ну, так вот, вернемся к основной моей мысли, которую я хочу сейчас вам рассказать. Это о том, что отвечаю еще раз, обычно для черчения подойдет. Ну, ватман это и есть обычно для черчения. Но если вы будете рисовать в один слой, по ватману у многих же ученики, кто у меня на курсах рисует, кто пытался найти замену, они сказали, что да, очень сильно отличается рисование там на обычной бумаге и на бумаге, которая вот в блокноте The Sketch. Так что многие, правда, покупают, начинают, так сказать, хранить этот блокнот как единицу ока. Мне, конечно, приятно, что вы так делаете, но все-таки эти блокноты, они для работы, а не для того, чтобы они стояли на полке и красовались. Хотя, согласна, блокнотик вышел весьма симпатичным. Вот, вернемся к мысли о том, что у нас у художников, что, чем вам помочь великие, что они сделали такие палитры, которые мы можем просто забрать. Так вот, каким образом можно эту палитру подобрать? Очень просто. То есть вы берете, в данном случае это уже повторение, то есть вы берете распечатку. Очень важно взять именно распечатку, а не изображение на телефоне. Вот, например, у меня только что в марте был поток первого курса «Аштриха к шедевру». И некоторые сказали, что типа нет, мы не будем распечатывать, мы будем работать с телефона. Но проблема в том, что когда ты смотришь на телефон, телефон светится. И цвета подобрать к телефону, знаете, вот такое бывает состояние, что ты рисуешь, и у тебя ты пользуешься референсом, который у тебя на телефоне или там на компьютере, и вот референс прям светится изнутри, он такой яркий, красочный, сочный, а у тебя так красочный, сочный не получается. Почему это происходит? Это происходит по одной простой причине, потому что экран светится, да, а бумага, на которой ты рисуешь, она не светится изнутри. Хотя многие, например, говорят, что говорят про мои работы, что они прям вот светятся изнутри и спрашивают, каким образом я добилась такого эффекта. Но я такого эффекта добиваю за счет многослойного нанесения карандаша. И в данном случае вот очень, опять-таки, важна бумага, потому что она, определенной близны, что ли, вот, и определенной фактуры. Такая фактура позволяет как бы более
нежный цвет наносить. Но вернемся к экрану. И когда вы к экрану смотрите, какая у вас работа на экране, и к экрану пытаетесь рисовать, то возникает, конечно же, разочарование. И поэтому, если вы хотите подобрать вот такие цвета, поучиться, потренироваться к готовому, именно художественному результату, это нужно делать именно к художественному результату, потому что произведение уже пропущено через некоторые понимания о цвете художником, о том, как стоит с ним работать. Потому что, когда вы это делаете просто к самому референсу, у референса нету художественной как бы обработки. Это просто фотография. И поэтому она мало чему может научить. А вот художественное произведение может научить вас намного как бы больше, потому что художник, во-первых, выстраивал, да, как бы сообщение. То есть он думал о центре композиции, о том, каким образом как бы направить ваше внимание сюда, каким образом, где положить мазки, чтобы они влияли на ваше восприятие. Вот. И поэтому, пока вы, даже если будете просто подбирать палитру, рассматривая работу художника, вы уже очень многому научитесь, помимо того, что просто будете изучать цвет. Ну и вот, и мы определились, что нужна распечатка. Распечатка, она будет ближе к тому, что у вас будет получаться на вашей работе. И это уже хорошо, то есть она вас будет сразу же тоже другим вещам учить, вы будете более реалистично смотреть на то, что у вас получается. И не будет вот этого разрыва, что изображение, с которого вы рисуете, светится, а у вас так не получается. Вот. Потом нужно уже подобрать как-то цвет уже непосредственно к, ну, вот, к самому изображению. Что нужно сделать? В данном случае, вот когда мы на курсе работаем, я предлагаю ученикам делать вот такие вот выкраски. Видите, то есть, например, я беру и говорю, давайте выкрасим вот 0,3. Кажется, что 0,3 это желтый. Да, то есть, вот если посмотреть, то ну какой вот здесь точно есть? Тут точно есть какой-то желтый. Какой-то из желтых. Ну вот 0,3 кажется, что тут точно есть. Ты выкрашиваешь этот цвет и дальше прикладываешь вот так квадратик. И видите, что вот квадратик. Он намного светлее, чем тент, да? Есть разница. И это очень важно. Оказывается, кажется, что это желтый цвет, бери, дорисуй, а нет, совсем не желтый цвет. Тогда хочется, вот если смотреть, то тут можно говорить, что а какой тогда вот цвет у Ван Гога? Он более какой-то коричневатый, точно. И вы не поверите, какой цвет на самом деле здесь намного больше подходит. Совсем не желтый. Хотя, когда если смотришь на работу, кажется, что точно надо брать желтый карандаш. Тут подходит. Сейчас, 5 секунд. Намного больше подходит вот этот цвет. Вот этот цвет, он гораздо ближе, чем чистый желтый цвет. Почему так происходит? Ну, потому что очень часто художники вообще не пользовались чистым желтым цветом. Очень часто они пользовались охрой. Но на деле, чтобы получить те оттенки, которые рисовал Ван Гог, это не желтый и не охра чистый, это смесь. Вот если мы сделаем смесь, то плюс-минус на светлых частях у нас и получится вот такая вот вещь. То есть, к чему, какой я мысли вас веду? К тому, что, во-первых, вам нужна выкраска большая, чтобы увидеть цвет. Тут вот квадратик 3 на 3 сантиметра. Во-вторых, вот вы делаете выкраску, прикладываете к распечатке работы и понимаете, есть этот цвет или нет. Или вам нужно подбирать какой-то другой, следующий, пока не почувствуете. И когда вы прикладываете цвет, не то просто посмотрел, ой, нет, не подходит, а пытался словами сказать, а какого цвета там не хватает. То есть вот этот цвет в картине, он коричневее. Вот здесь вот будет понятно, например, что он будет,
Нет, наверное, вам не видно. Сейчас я попробую повыше положить. Вот здесь будет понятно, что вот тут более зеленый цвет, да? Ну скажите, зачем мне это прикладывать какие-то квадратики? Я и так это вижу. Да, может быть, вы видите, но опять-таки вопрос, а какой зеленый? Потому что если мы посмотрим на зеленый, который предлагает Дервент, вот смотрите, сколько зеленых, да? Вот есть более желтый зеленый, есть яркий такой зеленый, есть более синий зеленый. Да, какой из зеленых вам нужен? Тоже непонятно. В принципе, можно каждый цвет выкрасить отдельно и поприкладывать один за другим. Но я вам скажу, что здесь используется 47-й зеленый, который есть у Ван Гога. Вот если мы приложим, он практически попадает в него. Просто в этот 47-й можно добавить немножечко охры, и тогда он будет совсем точный. Вот. И вот так постепенно можно перебирать цвета и набрать палитру Ван Гога. То есть вот здесь, вот видите, разворот. Здесь мы изучали цвета синие, да, то есть были чистые выкраски, но чистые выкраски у Ван Гога не работают. У него еще в синих оттенках начинает работать штрих. Ну, не штрих, а мазок, а у нас нет мазка, потому что мы рисуем карандашами, и уже мы ведем как бы нанесение штриха и соединение штрихов с разными, как бы не просто цветов, но и через разное нанесение штрихов, то есть разной интенсивности, разной плотности. Тут хороший вопрос пришел, а что дает для развития настолько углубленное копирование цвета? А зачем я все это рассказываю? Очень просто. С какой проблемой сталкиваются мои ученики, например, на курсах? Они сталкиваются с тем, что не могут подобрать цвет этот раз. Работы кажутся какими-то детскими, работы кажутся плоскими. Что еще бывает? Ну вот давайте разберем. Работа кажется плоской, работа кажется детской, и не могут подобрать цвета. А, вот еще один момент, что не понимают, а закончена работа или не закончена работа. И еще не понимают, когда надо остановиться в работе. И еще, знаете, вот когда ты близко вот рисуешь, да, свою работу, она состоит из штришков, и она кажется грубой. То есть человек не понимает, что как бы от работы надо отойти. Причем тут цвет. Но вы же все это делаете цветом. И тогда возникает ощущение, что ты не понимаешь цвета, что очень часто, вот, когда говорят, что работа плоская или работа детская, это думают, что они не умеют свет и тень раскладывать. На самом деле, очень часто все дело не в свете и тени, а все дело именно в том, как человек использует цвет. Например, он видит красное яблоко, и он, ну, знает, что тень темная, а свет светлый, да, и вот просто делает такой разгон, в тень добавляет, не знаю, черного или серого, в свет добавляет, там, не знаю, желтого или белого, ну, что-то такое, вот, и получается такое как раз плоское детское яблоко. И в таком случае, понимаете, нужно идти и смотреть на работы художников, смотреть, как эту задачу решали. И если говорить про яблоки, то мы, например, не знаю, можем увидеть, что художники очень часто, чтобы красный был краснее и более объемный, импрессионисты добавили этот эффект, да, стали добавлять в тени зеленый. Вот. И так, ну, много разных моментов. А сам еще главное, что очень часто думаете, что цвет не умеешь наносить, не понимаешь его. Кажется, знаете, вот еще очень часто говорят, что сейчас 5 секунд соображу. Нет нужного цвета. Нет нужного цвета, и непонятно, как этот цвет получить. И думаю, что, ну, там, не все цвета купили, набор плохой, еще что-то плохо. Вот, и когда ты вот так вот постепенно объясняешь
Из чего состоит цвет? А как это влияет на работу? Как это влияет на конечный результат? То постепенно человек начинает вообще понимать, о чем это все. И он начинает понимать, что штрихи у него совершенно не безобразны, что штрихами можно управлять, что от штриха зависит качество цвета. И от этого вообще зависит, какое впечатление производит работа. И он перестает загоняться, думать, что он там чего-то не знает, и расслабляется, рисует лучше. То есть это приучение себя видеть более интересные и разнообразные тона и смесь. Не, ну, в итоге да. То есть в итоге вы видите более разнообразные, интересные тона и смеси, но в итоге не к этому все это идет. В итоге вы можете реально обойтись двумя-тремя карандашами. То есть на самом деле вот весь этот набор, он даже не нужен для рисования. Как видите, если вы посмотрите по длине карандашей, некоторыми карандашами я совсем не пользуюсь. То есть у меня совсем немножко карандашей, которые вот совсем коротенькие. Видите, что из 72 цветов я пользуюсь не всеми карандашами. И очень много пользуюсь черным, потому что плотности тона не хватает, а чтобы кого-то углубить, нужно вот делать плотный черный использовать. О чем это говорит? О том, что не надо много материалов на самом деле, чтобы получить классный результат. Но для того, чтобы, ну, когда ты рисуешь с референсов, у тебя очень много каких-то ложных представлений. Когда ты изучаешь работу великих, то эти представления постепенно разрушаются. И ты начинаешь понимать, что оказывается, вот, например, очень интересная работа, сейчас я вам покажу. Мы рисуем вот такую вот работу Сислея. Она здесь в маленьком специально разблюренном варианте. Вот. И я, например, вот на этом примере объясняю, как создавать вот коричневый цвет практически без коричневого цвета. Вот. И что там три разных совершенно этих коричневых. Зачем это нужно? Ну, многие из вас, согласитесь, это такая вот, это тоже эскиз к работе. Тут просто разбираем, как бы, как вести работу. Согласитесь, что это какая-то такая типичная картинка, которую вы будете рисовать на пленэре. Здесь самые типичные цвета, которые вы будете использовать на пленэре. И, например, как бы я показываю, как можно эту картинку, да, собрать совершенно неочевидными цветами. Зачем это надо? Но это надо для того, чтобы просто понимать, что, как говорится, не надо гнаться ни за невероятным. То есть многие гонятся, там, не знаю, за бесконечным количеством маркеров, вот когда я маркеры преподавала, было там карандашей, думая, что вот там где-то есть что-то исключительное. Нет, нужно уметь пользоваться тем, что есть под рукой. Но вот почему еще надо изучать работы великих, да, составной цвет, да, что, например, меня очень часто спрашивают: Аня, откуда ты там увидела вот какой-то вот такой цвет? Где он вообще есть? Ты его придумала? Очень сложно, опять-таки, увидеть в референсах, особенно в референсах со стоков. Они очень, ну, к сожалению, такие выхолощенные, очень банальные, ну, банальные по цвету. И опять, если изучать вот работы великих, то тогда вы очень сильно будете обогащаться внутренне вашей палитрой понимания, что, например, дерево коричневое, не обязательно рисовать коричневым, потому что вот здесь вот у меня ученики вообще восхищались, как вписывается зеленый в ствол. И как красиво он тут смотрится. Тут восхищались, что мы получаем такой оттенок, вообще не используя ни разу оранжевого цвета, там коричневый плюс, ну, другие совершенно оттенки. Тут кирпичный цвет и маджента. Вот, маджента, она, я сейчас вам покажу. 5 секунд. Так, куда она делась у меня? 21-я. Вот она. Вот, а маджента, она вот такой вот розовый цвет, и вот этот розовый цвет очень часто вообще не знают, как использовать. И вот здесь я вам скажу, что здесь вот в этой работе очень много мадженты, но она здесь очень интеллигентно, красиво сидит и совершенно, как говорится, никого не пугает. Вот. Поэтому вопрос, зачем вот это все изучать, вот так, как я рассказываю,
Нет, вы, конечно, можете не тратить свое время, но тогда и, ну, картинка вот очень-очень важна, что картинка кажется очень часто плоской, типа потому, что не знаешь перспективы. Картинка кажется плоской не потому, что вы не знаете перспективы, а потому что нет изменений цветовых нюансов. Как бы работа должна быть, должна трепещать. В этом отношении очень классный пример, я сейчас покажу вам, это Климт. Вообще, работу Климта у меня все ученики на курсе, она вот так вот выглядит, оригинал, ну, как бы не оригинал, а вот работа Климта. Все, если честно, ее испугались сначала и говорили, типа, ой-ой-ой, как страшно, как непонятно. Почему? Ну, потому что все плоское, очень много деталей, да как мы вообще будем рисовать? Я вам скажу, что это была самая популярная работа, которую рисовали, рисовали с восхищением. И чему она научилась? Сейчас я свой повтор покажу. Она научила, как по-разному можно обходиться, например, с листвой, как по-разному можно создавать зеленый цвет. Вот, что совершенно, то есть вот в этой работе вообще нет перспективы, да, но на нее очень интересно смотреть, потому что тут Климт нашел интересные формы, он нашел интересное соотношение цветов, то есть размеры цветов. Да, и еще, как говорится, вот интересные переходы. Вот, например, у него вот здесь вот все такое холодное, здесь теплое, и как бы холодное постепенно вливается в теплое. И каким образом это все происходит, мы все с учениками на курсе от штриха к шедевру постепенно разбираем. Вот. И, наверное, кажется со стороны, что типа, о, это все сложно, невозможно. Но у меня для курса от очень простых упражнений к сложным выстроены, поэтому постепенно за месяц люди втягиваются. И в итоге что? О, с чего мы начинали? То есть мы начинали вот с такого вот, да, Ван Гога, вот с таких, с распечаток, вот с прикладывания квадратиков, что нужно просто подобрать цвета на эти квадратики, так, чтобы квадратики по цвету попадали. И постепенно, 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 тут там есть, например, бонусный урок, и вот в этом уроке мы, например, рисовали писаро, вот такой вот, я давайте маленький вариант покажу, писаро, вот такой серебристый пейзаж, и вот этот серебристый пейзаж вообще нарисован без серого. И люди были в совершеннейшем восторге, потому что как можно без серого все это вот создать. Вот. И поэтому я вам все это рассказываю, все эти нюансы. И вообще, почему, например, ну, если говорить в частности, почему я курсы создала. Потому что людям кажется, что они там очень много чего не умеют, но при этом не смотрят произведения художников, не смотрят уже в готовые решения, которые были в прошлом, и, как говорится, не учатся на опыте. Вот. Но, к сожалению, очень мало прийти, 5 минут постоять перед картиной. Надо еще в нее, как говорится, вникнуть. И вникать, разумеется, ну, в размере там, один к одному совершенно невозможно. А вот так вот в небольших размерах, вот, например, да, то есть вот Климта мы, например, начинаем разбирать вот таких вот маленьких моментиков. Таких небольших размеров совершенно по-другому все происходит, и ты совершенно по-другому на все это смотришь. Вот, например, Левитан. Мы вот на таких маленьких моментиках разбираем. Тут идет речь про конкретный взгляд и широкий размытый взгляд. Но это такие специальные вещи, которые придумывают для курса. Их достаточно сложно объяснить вне контекста. Но это я вам просто показываю еще про то, как важно, я же хочу какую мысль вам принести, что очень важен порядок в материалах. То есть первое, что порядок в материалах вам дает, это ну вот такая выкраска, да, то есть это сразу дает вам какую-то структуру в голове, да, то есть потом я вот вам показываю, да, как видите, листаю, у меня здесь все вот распечатка приклеена, все подписано, что это, да, тут подписаны, какие цвета были использованы. Все эти моменты тоже очень важны. Как видите, это все в скетче, вернее, эти все вещи приклеены в блокнот. И я всем студентам говорю всегда, что обязательно ведите блокноты, не жалейте их,
Именно потому, что это ваши знания. Потому что если вы вот так вот постепенно, по чуть-чуть не будете набирать ваши знания, не будете вот так вот собирать все это концентрированно в одном месте, то у вас никогда вы не увидите своего результата. Потому что когда он весь разбросан небольшими обрывками по разным листочкам, особенно, знаете, по червячочкам, то есть червячок, вот это распечатка Мане, мы тут разбираем Мане, вот подбираем палитру для Мане. Червячочек. И так кажется, что ой, вся жизнь прошла, а я так и все и был в червячочках. И вот поэтому я, например, этим примером показываю, как можно вести блокнот, пока ты ну, как бы что-то изучаешь, и как систематично это делать, и что не нужно на это тратить, жалеть и тратить время, силы. Вот. Потом, как говорится, если. Тут еще есть там, я всегда студентов прошу, когда они слушают записи, пишите, говорю, три мысли, которые вы услышали, вот какие-то, вот в записи. Если еще представьте, тут по три мысли к каждому уроку написать, то это просто целая книжка выходит. Тут не надо много и глубоко, тут просто три какие-то ключевые мысли. И тогда человек совершенно по-другому оперирует всеми материалами. И тогда совершенно вообще другое отношение к жизни, к себе. И не будет вот этого ощущения неприподъемности, что там что-то невозможно выучить. Постепенно, оно, как говорится, будет накапливаться и будет ну, создавать ваш фонд. Вот. А начать надо, как я считаю, с выкрасок, да, то есть очень немногих. Я просила перед тем, как делать вообще все эти материалы, я просила людей показать, как хранят карандаши. Очень часто хранят их в коробках, знаете, там, например, из-под конфет. Ну, в этом ничего плохого нету, но когда они лежат вот несколькими слоями, вы даже их не видите. В этом отношении, ну, я, конечно, согласна, что ну, вот у меня просто куплен сразу набор, мне очень удобно им пользоваться. И здесь мне очень нравится, что у каждого вот цвета есть свой, ну, вот своя ложбинка. И, соответственно, у каждого карандаша есть свое место. И это совершенно по-другому сразу для меня как бы презентует материал. Да даже для вас по-другому уже презентует материал, понимаете, я вношу в кадр и говорю, все сразу понятно лично про меня, какими карандашами я пользуюсь, а какими нет. Да, какие скоро закончатся, какие нужно докупить. А когда у вас это все лежит вот таким вот смесью в коробке, то что с этого можно получить? Ничего. А с каким набором желательно проходить этот курс? На самом деле на сайте школы, это Калачева School, информацию можно будет найти в моем аккаунте. Сейчас я, если вдруг вы не знаете, мой аккаунт сейчас напишу. То есть меня зовут Анна Эгида. И там по ссылке будет информация. И там же по ссылке есть вся палитра. А вот она. Вот она палитра, которая используется в курсе. Вот. Это далеко не. Это далеко не все, ну, то есть не все цвета. То есть 72 цвета в коробке. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7, 22. 22 карандаша, которые я использую, чтобы нарисовать курс. И это намного более маленькое количество, то есть оптимальное количество карандашей. Можно еще меньшим количеством, но это уже такой совсем высокий пилотаж. То есть, например, вот можно было бы получить мадженту, можно было бы мадженту взять и очень тонко нанести и использовать 19 и 24 цвет. Но у многих, когда не очень хорошо развита рука и не получается совсем нежно касаться бумаги, более того, ну, не все могут себе позволить, например, в скетчбуках от Mads Goods, да, используют какую-то более дешевую бумагу. И вот по ней не очень получается делать растяжки красивые с 21. Поэтому, например, я включаю такие цвета, как 19 и 24, чтобы не было проблем вот с такими светлыми цветами. Например, 45 тоже, в принципе, можно было получить из какого-нибудь 50.
Но я его тоже включаю именно потому, что не у всех есть возможность вот как-то очень тонко поработать, ну, нанести цвет. То есть невозможно все сразу там, за курс получить. Видите, там 0,2 или 0,3. Они очень... То есть из 0,3 вроде как можно было бы сделать 0,2. Но у него есть немножко белил, и он по чуть-чуть по-другому работает с цветом. И опять поэтому я предлагаю вот такой вот нежный цвет вводить, да, а не добиваться, ну, как бы не выжимать из себя все соки и из 0,3 получать какой-нибудь супер звенящий цвет. Опять-таки, вот 38-й очень нужен такой нежный цвет, потому что, казалось бы, можно было бы сделать там из 37-го, но нет, нельзя, и проще, гораздо комфортнее работать вот с двумя цветами. Так, там были еще какие-то вопросы, но они немножко бежали. Что-то сейчас попробую. А, все, вот. Сейчас. Лично, из каких сложилась личная палитра? Ну, на самом деле у меня нет личной палитры. Дело в том, что я все время экспериментирую, как бы просто вот этим набором, в частности, я пользовалась, когда рисовала этот курс, и поэтому, собственно, видно цвета, которыми я рисовала курс, а не мои личные предпочтения, если вот так вот говорить. У меня несколько коробок, и в другой коробке совершенно другая пропорция использования цветов. И поэтому, из-за того, что там совершенно другая пропорция использования цветов, я обычно делаю как? Я просто смотрю, какие цвета у меня ушли, да, и какими цветами я не пользовалась совсем. И я себе лично вообще придумываю упражнение какое-нибудь, которое ну, задействует те цвета, которые я не использовала. Вот. И тем самым я стараюсь ну, как бы не подсаживаться на какие-то отдельные конкретные цвета, я стараюсь все время как-то перемешивать. Потом обязательно слежу за своими работами, ну, то есть насколько там пропорции цвета, как что, куда, как происходит. И уже основываясь на вот этих вот наблюдениях, я все время как бы двигаюсь вперед или дальше. Вот. Но так как я очень много и занимаюсь курсами, то обычно я ориентируюсь на те проблемы, которые возникают, например, у людей. То есть, вот, например, будет экстрим. В Калачево School мы всегда проводим летом такое мероприятие, бесплатное для всех. И на этом мероприятии, да, то есть мы вообще устраиваем такие вещи. Ну, придумываем какие-то очень простые упражнения, и я там беру как раз такие каждый год какие-то моменты, которые плохо получаются у большинства. Вот, и прорабатываем их достаточно глубоко. Но про это мы расскажем позже, потому что у нас на лето запланирована, как говорится, коллаборация опять-таки с Максами. Вот. Да, полихромосы подойдут. Опять-таки, на странице курса указано на странице курса указан указана альтернатива цветов полихромосов. То есть вы прямо зайдете и увидите сразу мои рекомендации, каким цветом можно заменить цвет полихромосов. Только там на некоторых моментах не получается заменить прямо вот там 47-й. Я сейчас не очень помню, это надо смотреть в таблицу. Например, 47-й я могу описать сразу двумя цветами. То есть на некоторые цвета одного проколора приходится предлагать два полихромоса, потому что цвета не совпадают. А там, например, нужен оттенок какой-то определенный. Но люди, которые проходили вот уже этот курс, они работали полихромосами, у них все получалось. Более того, вам скажу, что не обязательно даже дервентами проходить курс. У меня люди проходили кахенорами, замечательно подбирали. Дело в том, что этот курс направлен на то, чтобы вы учились именно подбирать к вашей реальности цвета. Да, то есть вот у вашей распечатка вот такая, да, и наши распечатки будут отличаться, потому что у нас разные принтеры. Вот. И я даю такую логику внутри курса, что вам не надо
следовать один в один за моими рекомендациями, а вот срисовывать, вернее. Вам надо следовать за рекомендациями, но не надо один в один срисовывать. Вы получаете такой инструмент, что вы можете уже в своей реальности настроить под те инструменты, которые у вас есть. И это будет работать, и вы будете видеть, как ваши коллеги проходят курс ровно с такими же цветами. Вернее, с похожими цветами, но у них совершенно другой колорит. И это очень интересно наблюдать. Вот. И тогда вы, понимаете, перестаете быть привязанными постоянно к натуре или к тому, к источнику, на который вы ориентируетесь, как рисуете. Вы перестаете быть привязанными к преподавателю. Вы получаете вот такой алгоритм и уже можете самостоятельно как-то все это сочетать, как бы соединять, совершать и так далее. Вот, то есть получается прям хорошую такую свободу. Вот, я считаю, что это очень важно, и у меня прям цель такая, чтобы люди получали больше самостоятельности и меньше зависели от преподавателя, от тех же великих. То есть чтобы вы учились учиться, забирать то, что вам надо, и шли делать уже какие-то свои самостоятельные решения. Вот. Итак, о чем я сегодня вам хотела рассказать? Я вам хотела рассказать о том, что, во-первых, нужно делать выкраски правильным размером. Правильный размер – это 3 на 3 сантиметра. А в этом размере видно настоящий цвет. Во-вторых, подписывать, как говорится, правильно надо. Изображение, ну, не делать белых полей, вот, иначе цвет не видно. В-третьих, я хотела вам сказать, что не стесняйтесь прорабатывать и повторять работы великих, потому что очень важно как бы видеть, как реально ведут себя художественные материалы, как реально может получиться, а не ваше представление о том, как, не знаю, человек выглядит. Так, сейчас отвлекусь. Скажите, пожалуйста, Divergent Artist серия подходит. А Divergent Artist, насколько я знаю, он чуть-чуть более пыльный. Там цвета не очень яркие. Но я могу ошибаться. Я все точно эти... Все точно серии не помню. Вот Color Soft точно можно подойти, но там не будет такого же стопроцентного попадания в цвет. То, что я рекомендую, но он будет помогать, в принципе, то, как я... Ну, будет помогать что? Будет помогать мой алгоритм, который я даю, и подобрать вариацию можно будет, как-то решить вопрос. Вот. Ну и, в общем, что еще я как раз в связи с этим хочу сказать, что мне очень хочется, чтобы люди, когда рисуют, они опирались на те материалы, которые у них есть, они их хорошо знали, они их хорошо знали, изучали, вот. И как можно это сделать? Вот можно копировать великих, можно делать выкраски, можно со мной на курсе изучать этот материал под моим руководством. И еще можно читать какие-то рекомендации в моем инстаграме. А если серьезно, если вы сделаете первый шаг и сделаете большие выкраски, подберете ту работу, которая у вас есть, вас вдохновляет, попробуйте просто накрасить вот там такие вот прямоугольнички, да, и найдете те цвета, которые есть в этой работе. Это уже будет большой шаг в ту сторону, чтобы изучить, какая палитра вам нравится, что вам нравится. Потом вот полученной палитре, если вы еще нарисуете какую-то самостоятельную работу, это будет вообще очень... крутая штука. Вот, можно выложить в Инстаграм, упомянуть меня, и я порадуюсь вашим результатам. Серия Faber Castell. Ну, я уже про Faber Castell говорила, что Faber Castell можно использовать. Полихромосы прекрасно подходят. И даже на страничке курса, а страничку курса можно найти, если зайти в мой Инстаграм. И в шапке профиля есть активная ссылка. Вот, там прям я даю альтернативы Faber-Castell, полихромосов, которые можно использовать. Вот,
Что ж, вы отличные слушатели, очень классные, умные вопросы сегодня мне задавали. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что я была вам полезна. И до новых встреч. Хорошего вечера. Пока-пока.